Хейшки, ребятки, с вами Лекс. И сегодня, наконец-таки, ребята, выходит новая часть Hello Neighbor, Альфа 4. Не новая часть, а именно новая Альфа. И сегодня, ребята, ровно через 8 часов, я не знаю, видео, наверное, выйдет немножко попозже, но в любом случае мы, ребята, с вами попробуем погрузиться в новую Альфу полностью и целиком. Прям, не знаю, открыть все, что там есть, пройти все, что там есть, увидеть всякие секреты и все остальное сегодня после 8 часов вечера, разумеется. Не знаю, во сколько точно выйдет игра, но, скорее всего, ближе к 9 часам вечера. Так что ждите примерно в это время стрим, как только будет возможность, ребят, как только я буду иметь саму игру, то есть когда у меня появится игра, я сразу же запущу, ребята, стрим. Возможно, даже раньше. То есть это, ребят, анонс сегодняшнего стрима. Надеюсь, то, что вы, ребят, придете, и сегодня мы с вами проведем время. Видите, таймер запущен ровно через 8 часов, 12 минут, на момент, когда я снимал это видео. Начнется жесть. И здесь у нас есть небольшой такой, знаете, как бы сказать, трейлер, тизер трейлера, где сосед ставит ловушки. Но он идет несколько секунд, и поэтому как бы не особо какой-то информативный. Посмотрим, что будет, ребята, я не знаю. Но я думаю, что нам приготовили очень-очень много всего интересного разработчики в этой альфе. Так что, ребята, надеюсь, вам понравится. Приходите на стрим, я вас всех жду. А с вами был Лекс, спасибо за просмотр и всем доброго.